в Ульяновской области работают над созданием общероссийского движения детей и молодежи. Обсуждали тему в правительстве под председательством губернатора Алексея Русских. Цель движения, по словам организаторов, сформировать мировоззрение молодежи на основе духовных и нравственных ценностей. Перед новой организацией стоит сложная задача – заинтересовать всех этих ребят, показать на деле, чем она может быть им полезна, какие возможности для самореализации может предложить. А наша основная задача, как взрослых, помогать и поддерживать ребят, быть для них равноправными партнерами. На координационном совете обсудили вопросы организации движения, цели и задачи, приняли соответствующие положения. Благодаря проекту удастся охватить большой объем школьников и молодежи. В области организационную функцию на себя возьмет Министерство молодежного развития Ульяновской области, где будет являться межведомственным координатором данного движения. Безусловно, это такая интеграция и сопровождение молодых людей там, с юношеского, там, школьного возраста, там, в институте, когда уже формируется там, карьерная там, перспектива, там карьерный вектор молодого человека, и это будет позволять нам на протяжении всех этапов, то есть сопровождать этого молодого человека и вести его, и давать ему возможности и инструменты для самореализации. Детские организации в России были с 22 года, начиная с пионерии, и лучшие традиции должны быть сохранены. Это и слеты, и всевозможные смены. И то, что любят дети, потому что это движение включает все направления деятельности. Здесь и артисты, здесь и экологи, и юные натуралисты. Благодаря проекту у школьников, студентов, работающей молодежи появится возможность реализовывать свои идеи. Ведь в руках молодежи будущее нашей страны. Кирилл Савосин, Артем Куранов, УПРАВДА ТВ.